И в завершении выпуска. Почему из крана течет ржавая вода? Несколько дней подряд жители дома номер 69 по улице 3 почтовое отделение в Люберцах не могли приготовить еду и постирать вещи. Об этом горожане рассказали в социальных сетях. В причинах попытался разобраться Даниил Михайлов. 10 января жители городка Б стали выкладывать в соцсети фотографии, жалуясь на качество воды. Спустя несколько дней ситуация не изменилась. Вот это, например, у нас уже третий день. Сейчас оно имеет оттенок даже по сравнению с холодной водой. Вы же видите, что она начинает рыжеть. Иногда она просто бывает совсем рыжая. Скажите, вы бы на такой воде готовить стали? Вы бы такую воду попили сейчас? Воду для городка Б качают из артезианских скважин глубиной 125 метров. По трубопроводу она поступает на фильтры станции обезжелезивания, где проходит полную очистку. В течение дня мы пропускаем порядка 6,5-7 тысяч кубов. Вся эта вода очищается на фильтрах и подается потребителю. Качество воды вообще очень хорошее, потому что практически весь процесс, он автоматизирован. Разработана система скоростного прохода воды через фильтры. После фильтрации вода проходит проверку в химико-бактериологической лаборатории, где получает анализ на общее качество и допустимую норму содержания в ней железа. Вода – это источник нашего здоровья, источник нашей жизни. Поэтому мы все это отлично понимаем и выполняем эту работу оперативно и ответственно. Тем не менее, периодически в квартирах некоторых жильцов продолжает идти ржавая вода. Я как житель должна оплатить воду, а мне должны поставить нормальную воду. У нас есть управляющая компания, которая бездействует и не реагирует. За ответом мы обратились в организацию, которая обслуживает дом. Там нам рассказали об отключении горячей холодной воды 10 января. После ее подачи вода действительно была ржавая. Такое случается всегда после отключений, и через некоторое время вода должна стать прозрачной. Значит, периодически это действительно происходит ситуация, когда на СТП происходит колебание воды. То есть насос отключается или включается. Вот движение воды, перерыв подачи воды приводит к таким вот ситуациям. Если насос работает нормально, давление нормально, проблем никаких не возникает. Директор управляющей компании призвал жильцов проверить фильтры в квартирах. У каждой квартиры стоят фильтры грубой или тонкой очистки. Значит, эти фильтры после отключения горячей воды, вот когда ржавая, нужно их промывать. Их нужно промывать 2 раза в год, не реже 2 раз в год, и каждый раз после отключения воды. Также в управляющей компании отметили, что все работы по замене общедомовых фильтров и промывке труб выполняются вовремя. Поступят ли новые жалобы от жильцов дома, еще узнаем. Даниил Михайлов, Дмитрий Родзянко и Александр Богданов. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.